Модуль номер 75. Рамка с липучками. Модуль номер 76. Рамка с маленькими пуговицами. Модуль номер 77. Рамка с большими пуговицами. Данные модули предназначены для развития мелкой моторики рук ребенка. Предложите ребенку выбрать одну из рамок и выполнить соответствующее ей задание. Для модуля номер 75 задание будет таковым. Одной рукой придерживай рамку, а другой отстегивай край с липучкой. Затем поменяй руки. Для модуля номер 76, рамка с маленькими пуговицами, задание будет таковым. Одной рукой, без помощи другой, застегни и расстегни пуговицы. Затем поменяй руки. Для модуля номер 77, рамка с большими пуговицами, задание аналогично заданию для модуля 76. Одной рукой нужно застегнуть и расстегнуть пуговицы.